Роль музыки в нашей жизни довольно велика. Она может поднимать нам настроение, успокаивать, вдохновлять и даже раздражать. Почему же разным людям нравится разная музыка? И какую музыку любят жители города Сланцы? И любят ли вообще? Мы решили узнать у них и вышли на улицы города. Ну, я люблю эстрадную музыку, но такие хорошие лирические песни эстрадные. А есть какой-то исполнитель, которого вы предпочитали бы? Да нет, вот как-то с исполнителями нет. Мне очень нравится песня. Вот снег кружится, летает, летает. К стыду своему шансон. Обожаю. Утром встаю, включаю. И мне нравится. Ретро люблю. Вот такие вот дела. Все нравится. Вся. А предпочитаете? Я предпочитаю все. А вы знаете, в зависимости от настроения, мне иногда классическое по душе, иногда молодежную современную, ну, слушаю с удовольствием. Ну, в основном, конечно, когда надо это сходить куда-нибудь, отдохнуть. А так, в принципе, мне кажется, что музыка любая, она хороша, просто потому что без слов выражает душевные какие-то движения человека, а человеческая душа – это всегда интересно и важно. Ну, разную музыку люблю. Не знаю, у меня много разных, но мне больше нравятся песни Нюши. Ретро, 80-е. Есть любимый исполнитель? Да, много. И Лепс есть, и Аллегрова, Пугачева, все, которые были выступали в 80-е годы. Классическую. Какой любимый исполнитель классик? Слушайте, ну у меня разные. Девочки танцуют в основном в современной обработке у нас. Вот, ну, например, Ванесса Мэй, современные обработки. Клубную. А есть какой-то исполнитель такой? Вот последний раз что слушали? Радио Рекорд. Свою, наша народная музыка. Какая? Египет. Египет. А из русского вас что-нибудь знаете? Нет, я слушал Алла Бргачева, мне понравилась ее песни, музыка и все. Но какую песню вспомнить, очень трудно. Как показал опрос, в Сланцах все меломаны. Музыку любят, но только музыкальные предпочтения у всех разные. Кому-то по душе звучание, кому-то смысловое содержание.